Привет! Да, долго не было видео, потому что было довольно много дел. Скоро каникулы, поэтому на каникулах будут выходить больше видосов. Да. Да. Сегодня... I'm gay! Сегодня я буду рассказывать про свои старые телефоны, которые у меня были. У меня их очень много накопилось. Даже слишком много. И на некоторые смешно даже посмотреть. Самый первый телефон, который у меня был, я его где-то посеял. Лох! Пидор! Поэтому начнем со второго телефона. Второй телефон выглядит примерно вот так вот. Почему он такой побитый? Ему около 5 лет. Он 5 лет у меня. Вот это вот чудо у меня 5 лет. Тянул неплохие игры, но потом я нечаянно уронил его в сырный соус. Да. И у него забился вот этот вот динамик сверху, вот этот вот динамик. А потом я его уронил, вот так вот просто взял и уронил. И в него все, весь экран побился. После этого он жив. Потом я еще раз его уронил. Сломалась батарейка. Сейчас. Сломалась. Поцарапалась. Очень сильно поцарапалась. На камере не видно будет, но она очень сильно поцарапалась. Да, покупал его за 5000 рублей. До этого телефона у меня был еще телефон, но я его потерял. Он где-то у меня дома, я его не могу найти. Следующий телефон, нет, не телефон, следующий планшет, да. Но его планшетом трудно назвать, потому что он довольно маленький. Это Alcatel OneTouch. Alcatel. Раньше их телефоны были довольно популярны, теперь, но их покупают только те, у кого нет денег. Ну, есть же Xiaomi. Да. Что не случилось, у него просто не работает зарядка, поэтому я его не могу зарядить. Да. Нет, я купил его за 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей. Вот это 12 кусков. Ой. Lenovo Tab 410. Уже побольше, чем вот этот планшет. Он... Я не знаю, сколько он дюймов. Я потерял коробку. Вот. Ну, как бы... Вот как бы он чуть побольше. Также у него сзади прикольная крышка, такой прикольной поверхностью. Она очень сильно царапается. Также он тянул неплохо игры. У него вот динамики вот расположены... Но динамики расположены вот здесь, вот видите, дырки, это динамики. Два динамика. Это типа игровой планшет, но он ни черта не тянет. Вот у него разбился экран, он не разбился, как бы он работает, но у него просто не работает экран, как бы, если я его включу, то там будут звуки всякие, то, что я нажимаю, ну, а дисплей не отображается, экран просто не работает. Ах, какой я дебил. Фон, это... Samsung J1 Mini. Единственный телефон, который я пока еще не сломал. И его отличает от iPhone то, что я могу сюда поставить флешку на 32 гигабайта. А вот на iPhone, на который я сейчас снимаю, не могу. Я ненавижу Apple. 29 гигабайтов. Ну так, их... Ну так, тут 32, ну просто это максимум, наверное. А вот на это говно, которое я сейчас снимаю, я не могу поставить. Бля, зачем такое делать? Ну, с колом. Не зря оно у меня тут стоит. Я его хотел включить в бесполезные покупки, но потом понял, что скучно это все было. Так, сейчас я его включу. Это не оригинал, я сразу вам говорю, это паленый. Папа мне купил, что вот все ходят с ней, вот я тебе куплю. Купил он ее за 1600 рублей. Она работает. Эта херня просто оттуда оторвалась. Я вам говорю, iPhone живет собственной жизнью. Он взял, подключился к ней. iPhone, ты меня удивляешь. А он тебя целует, говорит, что любит, ты ночами обнимает. От боли со своей любовью. Видел сломать завтра с кровом. Не пиздец. Нет, я не сошел с ума.
С наступающим Новым годом. Я уже упал раза три, пока шел домой, поэтому так вот. Думаю, после этого меня соседи убьют. Но шучу, у меня нет соседей. Всем удачи, всем пока. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает.